Всем привет, я собираюсь на днях в Геленджик ехать на фестиваль. Ой, не фестиваль, а карнавал. Короче, место очень опасное, Геленджик. Я вплоть до наушников не знаю, брать с собой, не брать, потому что привлекать к себе внимание там. Там очень суровые ребята, короче. Ночью, ну и днем, в принципе, они есть орудуют, но... Лучше их не соблазнять, короче, этими вещами. Мне Геленджик этим и не нравится, что сброда очень такого гнилого, да хуя там, блядь. Там просто толпой они даже могут нападать. Ну ладно, дело не в этом, короче, а в том, что в Сочи намного лучше контингент. Так, короче, сейчас зашел в магазин шоколадку взять, кофе. Базар, короче, я даже не успел уйти. Уже они пиздят, понимаешь? Ты знаешь его? А кто он? А что он? По-моему, блядь, это слабоумие, блядь. Когда человек еще на месте, короче, они уже начинают пиздеть. Это просто, это две женщины. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Пишите в комментариях, что нравится, что не нравится в моих видео. И что бы вы хотели увидеть. Так, вот мой инстаграм, Сергеенко 23, нижнее подчеркивание. Подписывайтесь. Будет, конечно, приоритетнее, если вы подпишетесь на мой ютуб канал. Потому что инстаграм мне не очень как бы нравится, по сути. Короче, походу репетиция к, ну, к этому фестивалю, короче. 100%. Сейчас посмотрим там, что дальше будет. Или что это такое? Чего вы такие грустные все? Что случилось? Давайте еще раз так, чтобы жить хотел. Карнавал начался, вы меня понимаете или нет? Так, а ну-ка давайте посмотрим, что будет за движение дальше. Правильно, девочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему я не в той группе? Короче, тут все движения будут проходить. Они вот так вот проходить. Раньше всегда так проходили. Да? Просто раньше сцена была здесь. Нормальный, кстати, трек. Вот оно, дорога шикарная, прекрасная, лето 2019. Место, где ты счастлив. Встречайте их свита, солнечные трубы, солнечные птицы, зайчики и лучики. Всех так отдельно.
вовремя выдвинулся, короче, подснял репетиция, потому что когда будет сам фестиваль, там билеты платные, короче. Я узнал, 500-1000 рублей, короче, вход будет. Ну а так ничего ты не увидишь, когда будет сам фестиваль, короче, проходить. Если ты билет не возьмешь. Так, народ купается, видишь. Ну, вообще мало, мало людей. Я думаю, следующая неделя будет тут аншлаг. Я сегодня, кстати, покупался, вообще вода теплая. Кайф. Нормально, короче, тут. А это одно из моих любимых мест в Геленджике, короче. Такая тут получается, ну, вроде как самый центр. Памятник Лермонтову, короче. Тут локация вообще бомба. Новая тема, короче, гольф. Мини-гольф, можно сказать. Короче, новая глава тут новые порядки наводит. Тут раньше были вот на этих местах всякие палатки со схавкой. Так, патрулечки потихонечку двигаются. Просто поднимаюсь вот от Лермонтова, где я был, возле фонтана Большого, по этой аллее. Тут вовсю, короче, еще приготовление идет. Тут я не помню, что-то на формуле вот эта тема была, или ее пристроили уже. Не помню, честно, короче. На этот уикенд я не пойду, короче, сюда. Возможно, на следующий уикенд пойдем на формулу. Ай-яй-яй-яй-яй. Тридцатое мая, короче, я приехал пораньше. За пару деньков до этого фестиваля. Потому что в пробках я не хотел стоять. Там уже движение на дороге начинается. Так это четверг, рабочий день. А к выходным будет поболее. Нужная температура сейчас примерно 25 градусов. Блин, жара такая вообще. Уже пол седьмого вечера. Обалдеть, кайф. Так, рыбки, короче, эффект пилинга делают. Очень приятно. 300 рублей, короче, 15 минут. Это как у Пушкина. Грин Александр Степанович. Писатель или поэт. 300 рублей, короче, все лунки пройти, гольф. Кофейца бахну. До фонтанчиков поближе. Ой, мне нравится, когда эстетика такая просто. Ой. Да, Геленджик, конечно, значительно прибавил. Но в сравнении, конечно, что было и что стало, вообще бомба. Сейчас поеду на Xiaomi кататься. 300 рублей час. Паспорт залог оставляешь. Сказали, короче, где-то на 2 часа заряда хватит. Потом на обмен можешь подъезжать, менять их. Короче, дорожку сделали прям такую выделенную. Ништяк. Классно кататься. Сегодня, короче, я взвесился, и во все тяжкие меня понесло. Мороженое, потом я хочу запулить в МАК еще. Короче, сегодня я буду набирать вес. Пятнички, короче, движуха нормализовалась. Я думаю, завтра вообще будет аншлаг. Днем проезжал здесь, я не понял, что это такое вообще. Какие-то декорации, что ли, просто. Вообще в нормальное место подошел. Там прям вообще прям ой-ой-ой. Вон та девочка, я тогда ее на репетиции видел. Ой, какая она хорошая. Блин. Мощно, 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 очень мощно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, полегче там.
Так, это мне место очень нравится. Ой. Давай, 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 давай. Все правильно делаешь. Ой-ой-ой. Это что такое тут вообще, бля? О, мне не надо туда на витрину идти, мне надо вот здесь, вот возле декорации. У меня прям глаза разбежались, если честно. Прям вот прям вот вообще мощно. Вот это вообще бомба. Охуеть. Прям вообще вовремя подошел. Мне за кулисы больше нравится, чем на там на этом. Я ж начал заикаться. Это, короче, наверное, самое мощное тут. Ой. Тут, если честно, одна краше другой. Я не знаю, какая лучше даже. Это вообще молоденько. Ой, ой, ой. Отлично. Так, это у нас последняя репетиция. Так, я представляю, завтра людей будет, блядь, здесь. Мне на самокат похуй, блядь. Главное, чтобы камера у меня не выпала. Жарят, парят, короче, нормально. Короче, оказывается, это народ заранее очередь занимает. Я не знал, короче. Но я не знаю, сколько они тут стоять будут. Вот так вот. Все для контента. Правильно, нормально.
нормально там стал на балконе. Надо будет в следующем году туда забурить. Вот эти самые дорогие тут. Yeah.
Так, я смотрю, не подбухнули там нормально. Короче, салют был на 11, вроде уже 13 минут. Ничего, короче, не происходит. Люди уже некоторые расходятся. Ну, пипец. Салют какой-то вообще ни о чем, блядь. С такими задержками. О.
кучеряво было. Ой-ой-ой. Не видел еще.